кто на мотоциклах, кто на ходулях, а кто пешком. Сказочные новогодние персонажи собрались все вместе, чтобы порадовать и взрослых, и детей. После двух дней дождя гости курорта и сочинцы с удовольствием вышли на главную площадь города. Десятки Дедов Морозов и Снегурочек украсили сегодня площадь флага. Ну и какой же Новый год без праздничного хоровода? В хоровод у главной елки города тоже встали все вместе. Получилось весело и забавно, и отовсюду слышались поздравления. Желаем, конечно же, всем сочинцам счастливого Нового года. Всего вам доброго. С наступающим вас. Сочинцам желаю добра, счастья, здоровья и побольше радости. Для многих гостей курорта приезд в Сочи стал настоящей зимней сказкой, где есть даже парад Дедов Морозов, но нет снега. И такое обилие солнца. Это вызывает восторг. Мы застали его красивым, цветущим, несмотря на то, что декабрь, а мы из северного города. Нам очень приятно видеть Сочи таким ярким, таким позитивным, гостеприимным. Я верю, что каждый из вас вложил частичку себя в создание такой хорошей, дружелюбной атмосферы. Здесь действительно отдыхаешь именно душой. Пронизано все духом единства и какого-то такого хорошего позитива и счастья. С наступающим Новым годом! В конце года принято не только радоваться встрече Нового года, но и подводить итоги уходящего. Сегодня участников парада мы спрашивали о самых ярких впечатлениях 2014 года. Все в один голос говорят, не ожидали, что так похорошеет Сочи. Город изменился в очень положительную сторону. Сейчас вот гуляем по улицам. Мне кажется, мы находимся в совершенно другом городе, который вот был даже в прошлом году. Красивый, прекрасный город. Я очень люблю город Сочи. Во-первых, за этот потрясающий климат, за это солнце, за море, за свежий морской воздух. Это просто рай. Год прошел для нас великолепнейший, потому что это год Олимпиады. И год свершений, у нас родился ребенок в этом году. Все классно, да. Аппарат новогодних персонажей сегодня не завершился. Дедов Морозов можно будет увидеть в воскресенье у Муримола, откуда начнется мотопарад по улицам курорта. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.